реанимационный. Сейчас мне надо. Сейчас я буду кричать им. Так, мы маленечко эту возьму семечек, чтобы привлечь их назад. Семечек. Вот, вот сюда вот сразу насыпал. А тут у меня тазик с водой. Да, так, минутку еще чуть-чуть. Надо воды побольше налить. О, смотри, чтобы они не вылетели. Я буду сейчас кричать. Пустое ведро перед ногами совсем не нужно. Там мало уже воды. Я боюсь, что они не достанут пить. О. Уже вылазит. Ну давай. Гули, 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 гули. Давай. Гули, гули, гули. А самец сначала голову вылетает. Вот она крылья услышит, хлопает, должна выйти. Но она не выходит, потому что он маленький, она боится, что он остынет. Вот она, все, подходи. Посмотрите, это живой двигатель. Вон он сидит, видишь? Да. Вид какой, вытащить можно, посмотреть. Ну-ка, посмотри, подожди-ка. Я тут сейчас. Ну, тут надо узнать мне, что тут не подготовил. Да его, в принципе, видно там. Что? Видно? Ну, конечно. Да вот мне надо вот этой бумажкой убрать там, что у них там есть. Вон она. Она не выходила, я почему-то здесь оправилась. Гули, гули, гули. Обычно она не оправляется там. Вот смотри, уже побольше он стал. Вот он какой. Глаза открылись уже? Нет еще. Глаза не открылись? Нет еще. Ну нет. Как нет? Смотри. Они там маленькие такие. А, нет. Чуть-чуть приоткрывается. Сегодня, наверное. Чуть-чуть, да. На ладони. Лапки черные, сам черный. Ну, родители-то черные, черныши. Ничего он тут не застынет. Сейчас я закрою, чтобы она не зашла. И можно было ей тут заняться, поесть, иначе она его накормить не может. Мне надо ее накормить сразу. Бьется. Вот так, я отойду. А ты вот сюда маленько выйдешь, чтобы они не мешались. Вот посмотри, сейчас они как будут. Так, я сейчас уберу стул, чтобы они могли там поесть. Вот, утренний мацион какой. Ну-ка, давайте. Вот она глядит, эта самочка. Голубка. Ей надо туда скорее зайти, а вон поесть. Все. Скорее надо зарядиться, она сейчас должна поесть. Поклюет. Это отходы Игорь Барабаш дает. Пшеница, лущеный, раздробленный мелкий горох и семечки. Тоже мелкие. Ну, она и большие скрывает. А он вон туда дальше залез. Вон туда. Там песок, глина, соль и мелко-мелко раздробленная яичная скорлупа. Ну. А то у меня фонарик сам мигает так. И тазик воды. Вот она раз. Туда попасть надо. Нет, я ее не пущу. Несколько минут. Она сейчас туда и сюда будет летать и летать. И может на решетку прилипнуть. Иначе она сейчас залетела, у нее пустой был желудок, и она его не накормит. А сейчас она все-таки маленько попоест. А там внутри специальная кормушка с тем же самым кормом. С горохом, с семечками. Как беспокоиться. Вот раннее утро. Вон-то летает не зачем, так, за компанию. Давай, ешь иди, ешь. Он не очень беспокоится, но она прямо активная такая, вот. Ей надо проникнуть туда, где он.
Ну, мне охота, чтобы она поела, потому что меня днем не будет здесь. Мы сегодня к 9 должны прийти там, где иностранных граждан за нарушение содержат. Ну, свое же СИЗО. Следственный изолятор. Вот она маленько успокоилась. Вот тоже надо смотреть. Мое сердце склонилось больше к дикарям, чем к породистым. Породистые были, но они тут уже все перепорчено, природа. Мне хочется узнать, как в природе они себя ведут. Вот он. Она беспокоится, и крылышками машет, и его тоже задевает. Вот он пошел пить. Вот, никто их не трогает. Это она из-за него. Вот, я добился, что она ест. Благослови, Господи. Вот так, как в природе они ведут себя. Большую часть она проводит на гнезде. Он никуда не вылазит. А так дикие голуби. Ну, за теми не понаблюдаешь на кустах. Видишь, как ее какой-то инстинкт изнутри побуждает немедленно туда. Когда она залетит, она набьет свой зов и залетит. Теперь я его закрою. А днем она вылетает попитаться. Когда он сядет на гнездо, она тогда ни грамма не беспокоится. Вот интересно. А он скорее набит солью, глиной, там крупнозернистый песок, привезенный из Потеряевки. А она что-то воду-то не пьет? Не знаю. Торопится ей. Почему она воду не пьет? Может быть, у нее там достаток еще воды. А там вода есть внутри, да? И там внутри вода есть, рядышком стоит. Угу. На расстоянии 20 сантиметров от нее. Даже меньше, 15. Думаю, так. Вот она не может попасть. Очень сильно беспокоится. Ну что, придется открыть. Давайте. Она больше не будет. Видно, что она уже совсем избеспокоилась. Сейчас, если она пойдет к низу поесть, пускай поест. Она пытается с другой стороны попасть. Видал там маленькая щель, но она не попадет туда. Сейчас подойди, как она именно изнутри будет заходить к нему. Смотри. Подойди близко туда. Как она будет садиться на него. Вот я стою рядом, вот она уже все. Все, скорее снимай. Давай, давай, ничего, ничего, ничего. Иди, иди, иди. Давай, давай, иди. Туда скорее. Не хочет? Не хочет. Еще пойдет, пойдет. Все, она-то надулась. Вот теперь на место стало все. Ну, потому что вот это, тут кинокамеру свою держим, тут сантиметров 40, нет даже. Все, она закрылась. Теперь интересно, как он поведет себя, посмотреть. Сейчас он успокоился. Туда он обратно не залетит. Как только залетит, я его сразу закрою. Он сидит наверху, сейчас он слетает. И должен наесться. Наесться и долго будет там обхорашиваться. А то купаться начнет. Сейчас его трогать никак нельзя. Его уговаривать бесполезно. Он глупый. Как вчера прочитал это, что написали Роману. То один ответ везде. Дурак. Дурак, дурак. Что он наделал? Такое все было хорошее. Строился. Главное, другого имени нет. Говорю, дурак и все. Да? Вон он, куда? Полез. Теперь смотри, что подходи. Поскорее, скорее, подходи. Подходи быстрее. Он слетает сейчас, так? Вот. Видишь, где он есть? Тебе видать его, нет? Нет, вон он. Вон он сидит. Вот она где. Теперь что, все. Больше они не будут есть. Утро раннее. Еще все голуби спят, на улице темно. А здесь все сделано. Теперь мне задача какая?
поближе, ниже спустись. Теперь я выпускаю палю. Она слышит вот этот удар. Я открываю. Паля, где она? А, тут прямо намочилась, прямо рядом. Паля? Вот она. Вот она. Вот опять закрыл. Все, теперь мы занимаемся своими делами. Завтра готовить. Все, вот реанимацион окончен. События дня записали. Больше у нас ничего нет. И теперь готовится только идти туда к иностранным гражданам. 8:30 должен заехать за мной. Так что сейчас 6:30. Ну, 6:30 это еще мало время. И заедет Сергей Пупков, и мы туда поедем. Посмотрим, что там будет. Передать лук, чеснок. Там набрали, что такое своя корень. Солодки еще надо положить. Разная там засушенная коренда, что-то там у нас, юрга или что там росло. Не пропустят. Надежда Васильевна пекла вартушек, этих булочек, тоже не пропустят. Ну, может, что-то и пропустят. Все, однако. А слава Божию.